Приветик, и вы на канале Сыр по-английски. Сегодня у меня хорошая новость. Я скачала Майнкрафт. Вот, через Google. Набираем просто сначала Play Market в Google. Скачиваем его. Так, нажимаем скачать и устанавливаем. Потом заходим сюда, вбиваем Playmark, вбиваем тут Minecraft. И скачиваем. Теперь входим в Minecraft. И играем. Я вам только покажу, как у меня тут покажу, что тут есть. Вот, тут можно поменять скин. Войти можно. Достижения нету. Играть на творческий. Вот. Играем в мире, который у меня уже есть. Так, где я? Есть зомби. Я пошутила, тут очень много зомби. Но тут их сейчас подозрительно нету. Сейчас мы их поищем. Пока их нету, можно строить домик. Я пока что вам покажу, что тут есть. Звук, вот я летала. Чтобы летать, я нажала просто вот сюда. Два раза. И мы летим. Вот. Чтобы... Я вам покажу, что тут есть. Тут есть... Вот что. Тут вот это. Лестницы всякие. Кровать есть, можно поменяться в одежду, там фонарик. Тут есть таблички всякие. Потом кровать, паутины, зомби, можно с ними зомби послать. Всякие, вот они. Не надо и нами. Вот тут тоже. Так, что-то происходит. Кто-то мне в дом пошел. Вот, как устроить. Например, что, например, вот это. И вот так строим. Убирать точно вот так же. Летать я вам показала. Вот, и вот такая красивая игра, хорошая. И зомби, могу их прислать. Так, вот зомби. Давайте я прошу. Нет, это не зомби. Зомби ночи. Всякие палочники. Даже было скучно было там. Вот. Видите, скачаете. Ну, всем пока. Всех вас люблю. Приятного просмотра. И, кстати, время на часах только 10. А, просто изменила время. Итак, всем пока. Всех люблю.